Отдыхать в Турции во время карантина, я вам скажу, то еще веселье. Сразу же после нашего приезда в Стамбуле ввели новые ограничения. Выходные дни сделали полностью комендантскими, то есть никому нельзя выходить на улицу. Вы представляете, город, в котором живет почти 20 миллионов человек, на целых 2 дня закрылся дома. Но потом мы узнали, что туристам все-таки можно прогуливаться, так скажем, по улицам Стамбула. Вышли погулять, ни одной живой души нет на улице, только парочку туристов встречаешь. Все закрыто практически. Чувствуем себя героями какого-то постапокалиптического фильма. Просто пустые улочки, никого нету. Но теперь выходные закончились, и у нас осталось еще пару дней в Стамбуле, и мы должны провести это время с максимальной пользой. Каждый раз, когда я лечу в Турцию, меня часто спрашивают, какие с собой нужно брать деньги, можно ли там расплачиваться картой, и вообще стоит ли вести наличные. Вы, конечно, можете это сделать, привезти с собой доллары или евро, и потом разменять их на турецкие лиры по местному курсу. Он всегда прыгает, нестабилен, потому что в Турции сейчас кризис, и удобнее всего, конечно, пользоваться банковской картой. В моем случае это карта от Альфа-банка. Я пользуюсь ей уже много лет. Она бесплатная, на ней кэшбэк на все покупки до 2%, 5% на остаток на счете. И можно снимать наличные без комиссии в любых банкоматах мира. И сейчас в Альфа-банке проходит акция для новых клиентов. Каждый, кто закажет себе карту, после первой покупки получит в подарок 500 рублей. И каждый месяц они разыгрывают 100 тысяч рублей среди новых пользователей. В описании под этим видео я оставлю ссылку, по которой вы можете заказать себе такую же карту, как у меня. Мы сейчас пришли на причал, чтобы переправиться на противоположную сторону, азиатскую часть. Я не знаю, видно вам или нет, как сегодня печет солнце. 9 декабря так жарко на улице. Чтобы воспользоваться паромом, нам понадобится Истанбул-карт. Это, так скажем, универсальный проездной на весь общественный транспорт в Стамбуле. На автобусы, трамваи, метро, пароходы. Продается практически на любой остановке. Очень нужная вещь. Сразу же ее приобретайте, когда сюда приедете. Так, мы сейчас приплыли на площадь Üsküdar. Здесь встретимся с моим другом Якубом, который уже 6 лет живет в Турции, и я попросил его показать нам его самое любимое место в городе. Да, да. Сказал, что оно где-то здесь. Когда ты просил меня показать свое любимое место, сразу у меня в голову пришло это место, Кыскалеси, что переводится как «Девичья башня». Это самое мое любимое место в Стамбуле. Когда мне хочется просто о чем-то подумать или когда просто нечего делать, мы сюда с друзьями часто приходим. Здесь можно сидеть часами, просто, знаешь, сидеть, наблюдать, не знаю, пить чай, есть сумиты. Что еще прикольно у этого места, что это слияние двух частей Стамбула. Старой части – это османские времена, то есть старый Стамбул, который был 500-600 лет назад. И новый Стамбул, это который отстроенный уже весь в высотках. Ики чай, лабилирмис? Ики чай. Сейчас мы выпьем горячего чая. Эвет, шекерляда. Сахаром ли будешь, да? И сейчас ты примерно ощутишь то, что я ощущаю здесь каждый раз, когда прихожу.
Расскажи, как давно ты здесь живешь? Вообще, какие у тебя ощущения от жизни в Стамбуле? В самом Стамбуле я несколько месяцев всего живу до этого. Ну, в самой Турции я 6 лет. Учился в другом городе, но постоянно, практически каждый месяц приезжал в Стамбул, потому что мне очень нравится этот город. И по окончании учебы, вот я недавно окончил учебу, уже решил переехать в Стамбул. Вот, город мне очень нравится, и ну, я хочу здесь жить всю жизнь. Вот, я устроился на работу, работаю сейчас здесь и просто наслаждаюсь жизнью здесь. Ты знаешь, я еще заметил, что тут в каждом районе какой-то свой определенный контингент людей живет. Например, вот в старом городе там такое более религиозное население, на Таксиме, где мы живем, такое уже как бы прогрессивная молодежь, так скажем. И здесь, ну тоже, мне кажется, такой он более современный, да, в отличие там от того же старого города. Ну здесь 18 миллионов, в Стамбуле проживает 18 миллионов людей, и да, от района к району все прям кардинально меняется. Ты находишься в старой части города, в районе Фатих, там один Стамбул, ты переезжаешь немного в другой район, там уже совсем другой Стамбул. Я не знаю, с чем это связано, наверное, своим среди своих легче бывает, и часто бывает, что люди при переезде в Стамбул выбирают подходящий им район, то есть кому-то подходит молодежный, шумный район, кто-то хочет в тихом каком-то районе, где совершенно другие люди живут. Если спрашивать об Искюдаре, здесь такой, знаешь, 50 на 50, я бы сказал, здесь и те бывают. И те, которые за современную жизнь, и те, которые за вот такую спокойную жизнь. Из-за карантина многие заведения закрыты. Приходится кушать вот так на улице. Что у нас сегодня на обед, Ильяс? Картошка, бургер мексиканский. И кола. Может, достанешь, покажешь? Так сказать, а вот как давай. Покажешь, откуда мы ее взяли? Мы ее взяли вот в этом заведении. Какой прекрасный вид. Хорошо, что мы с тобой оставили это место напоследок, на конец нашей поездки. Это будет как вишенка на торте этого маленького путешествия. Мы сейчас находимся возле новой мечети Камуджа. Это новая жемчужина Стамбула. Одна из самых больших мечетей в мире. И отсюда открывается вид практически на весь город. Когда я говорил, что она одна из самых больших в мире, я даже представить не мог, что она настолько огромная. Думаю, что на этом видео камера не смогла передать весь масштаб этого сооружения. Мы сейчас зашли внутрь, и я честно потерял дар речи от восхищения, и у меня просто не хватает слов, чтобы передать, насколько величественно и могущественно выглядит это место. Я не знаю, смогу ли я найти лучшее место, чтобы закончить это видео, встретить закат на самой высокой точке города и наблюдать, как загораются огни уже ночного Стамбула. Это безумно красиво. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк, если это так, и увидимся в новом выпуске. Пока!